Мы рады приветствовать вас, дорогие братья и сестры, в этот субботний вечер в этом новом, замечательном храме, в доме Господа нашего Иисуса Христа. Как вы, наверное, заметили, сегодня вечером будет не особо обычная программа. Мы хотим прославить Господа инструментальными произведениями, а также пениями. И сегодня бы хотелось с вами поразмышлять над такими темами, как чудеса. Вы верите, что Господь творит сейчас в нашей жизни чудеса? Верите? Да? Слава Богу, что вы верите. Потому что, когда Иисус Христос был здесь, на земле, Он творил чудеса, Он воскрешал, Он исцелял людей. Сейчас вся наша жизнь, она наполнена чудесами. Так, если посмотреть, каждый день – это чудо. Каждый вздох воздуха – это чудо. Особенно это ощущают те, которые постоянно ходят в маске. Когда они снимают маску, они чувствуют воздух, что слава Богу, что есть чистый воздух. Каждое растение и цветок – это Божье чудо для нас. И сегодня мы будем говорить именно о чудесах, которые Господь творит в нашей жизни. Постараемся вдохновиться, чтобы наша духовная жизнь немного возросла, чтобы мы могли светить окружающим нас людям. Приготовимся к программе и услышим следующее инструментальное произведение.